Выпускной вечер – одно из самых светлых и радостных событий юности, которое надолго останется в памяти любого человека. Хоть до конца мая, когда в российских школах традиционно заканчиваются экзамены и раздают аттестаты, еще немало времени, многие будущие выпускницы уже продумывают свой праздничный наряд. Молодые модницы начинают ходить по всем модным бутикам и просматривают все веб-сайты, ища идеальное платье, которое на выпускном вечере заставит чувствовать себя рядом с партнером ее мечты – королевой. Модные магазины тоже готовятся к горячей паре заранее. Прилавки уже завалены самыми разнообразными моделями нарядов, среди которых платья на выпускной 2013 занимают значимое место. Молодежные бренды в этом году делают упор на минимализм. При этом пристальное внимание уделяется крою и безупречной посадке по фигуре. Озорно и при этом элегантно смотрятся короткие платья на выпускной бал. Такие фасоны прекрасно подходят стройным девушкам, поскольку привлекают внимание к ногам. Важное уточнение. При короткой юбке современные платья обладают достаточно привлекательным, но не глубоким декольте. Для любой фигуры есть свое неповторимое платье, осталось его только найти. Давайте посмотрим, какие стильные образы предлагают в этом году очаровательным без пяти минут взрослым. Создать неповторимый образ и подобрать платье на выпускной, найти свой собственный стиль, выглядеть оригинально и свежо – не так просто, но не хочется оказаться в одинаковых нарядах с кем-то. Гарантия стопроцентного попадания в модный топ в этом сезоне – это отсутствие декоративных деталей, минимализм для изящных коктейльных платьев, использование качественной эффектной ткани. Сочетание юбок разных цветовых гамм и длины с майками, кардиганами и блузами сделает ваш образ отличающимся от других, но при этом заставит обратить на вас внимание в этот вечер. Однако не забывайте и о том, что платье на выпускной бал 2013 должно подчеркивать достоинства и прятать недостатки фигуры. Поэтому лучше не бездумно следовать моде, а выбирать то, что действительно вам подходит. Так, например, платья Макси не подойдут девушкам, имеющим небольшой рост. И напротив, высоким юным леди подобный фасон будет к лицу. Если бал для вас связан с короткой юбкой или трендовыми брюками, у вас море возможностей. Наряды на выпускной полны классических и традиционных стилей, а также модного дизайна, который подчеркнет красивые черты девушек во время самого важного школьного вечера. Неважно, ищет ли она образ нежных цветов или ярких и смелых оттенков, которые бросаются в глаза в любой толпе, все это есть в модных коллекциях. Модными цветами модельеры называют беж, золотой, коралловый и красный.
Эта цветовая гамма в сочетании с главным хитом сезона «Кружевом» как нельзя лучше подчеркнет чувственность, нежность и красоту юной выпускницы. К слову, стоит позаботиться и о подходящей обуви. Туфли следует выбирать только после того, как ваш выпускной наряд уже готов. Если вы хотите пойти на выпускной бал в длинном вечернем платье, то для него идеально подойдут туфли на высоком каблуке или шпильке и с острым носом. Брючный костюм также предусматривает каблуки. Что касается цвета вашей обуви, то здесь тоже нет ничего сложного. Цвет вашей обуви должен совпадать с цветом сумочки или редикюля. Допускаются небольшие тональные расхождения. Иными словами, цвет туфлей должен быть в тон с сумочкой, при этом и сумка, и туфли должны быть одного стиля. И в завершение стоит обратить внимание на правильно подобранную бижутерию, ведь она способна дополнить ваш неповторимый стиль, выгодно подчеркнуть образ, соответствующий празднику. Создавайте свой образ для выпускного с таким расчетом, чтобы весело и непринужденно провести время. Праздники созданы для того, чтобы танцевать, веселиться и отдыхать.